Ключевые вопросы, важные решения, итоги уходящего года, планы и перспективы. 17 декабря губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратится с ежегодным посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона. По сути, это главный программный документ, который анализирует результаты деятельности публичной власти, а также определяет основные векторы общественно-политического и социально-экономического развития области и подробный план действий на ближайшие годы. Трансляция из зала театра оперы и балета, мнение экспертов и обсуждения в прямом эфире. Смотрите завтра на телеканале «Губерния» и нашем сайте губерния.тв.ру. Начало в 11.45.